Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, что нам осталось, это убить Поки... как он? Поки... Мобзилу, убить Кинга, прокачать покемонов, найти босса, найти Эндер-дракона, убить Эндер-дракона. Короче, еще так нормально, да. В принципе, ребята, по поводу того, что я спрашивал, какой вы хотите следующий сезон, чтобы... Какие-то моды были, да? Ну, много там писало то же самое Divine RPG. Ребят, Divine RPG — это отличный мод. Я действительно, можно сказать, хочу тоже с ним поиграть, потому что... Что я хотел сказать? Боссы, да, вот. Боссов там реально, ребята, просто-напросто нереальная куча, и куча мобов, куча боссов, куча вещей, всякой хрени, короче, вот этого всего, ребят. И там действительно очень много, и много вроде... Я не играл, но я знаю, что там куча миров, всякой хрени. То же самое про Тамкрафт, да, там тоже куча всего, я тоже в это не играл. И так, сейчас. Да чё ты... Опять две руки вы... Ладно, это... Ладно, сейчас. Да ты ж. Я, ребята, действительно, у Тамкрафт не играл, поэтому я тоже не знаю, что там да и как. Но я думаю, что это действительно отличные такие моды. Divine RPG, Тамкрафт, может еще какие-то моды. Но это потом, как бы, нужно вот этот сезон сначала закончить. В принципе, ребята, есть у меня уже еще 4 штуки вот этого босса, как бы мобзилы, да. Я не знаю, может мы сейчас его уже заспауним, если получится. Главное, вот сейчас вот это все сюда поскладывать, то, что у нас в инвентаре есть куча всего. Firestone это вот сюда, да. Это. Еще что можно? Это. Так, сюда, что мы можем? Еда там у нас, еда есть, но давайте вот это сначала вот сюда поставим. Еда пускаем. Да, в принципе, пускай все, что сейчас у нас есть в инвентаре будет, да. Может, вот это, нет, да, нет, это дерево пока что садить еще не будем. Давайте пойдем, наверное, может, мобзилу заспавним. Я не знаю, ребята, что с этого получится. Хрен она знает, какая она там здоровенная, там жиробас какой-то из 4000 жизней. Фиг просышь, что там он себе, в принципе, вообще представляет. Я знаю, что его лучше вообще спавнить где-то нереально где, потому что он просто-напросто нереально большой. И своими одними выстрелами он напросто будет тут сжигать все подряд. Поэтому, ребята, я так думаю, может, давайте все-таки не будем идти в другое измерение. Убьем его в этом измерении, но просто летим куда-то очень далеко, чтобы, в принципе, он даже сюда не приблизился. Сейчас мы, наверное, куда-то пойдем, да поищем куда-то местечко. Может, где-то вот там. Сейчас, я опять забыл, где тут. А, вот. Полетим куда-то вот... О, да, у нас же там есть точка же на спауне или что это за точка. Да, это походу спаун. Вот, ребята, сейчас мы ее тут заколбасим, если заколбасим. Ух, я, твою же мать, я же забыл вот эту хрень. А, нет, не забыл. Ладно, не хрень, вот ведерко, ребята, сейчас мы сделаем и заколбасим мобзилу. Вот его яйцо. Только одно, другое пропало. Я очкую его спамнить, ребята. Очкую. А если он в море пойдет, мне что его сутками там бить? И куда он вообще пойдет, куда он полетит, я не в курсе. Давайте его сейчас забабахаем где-то вот тут на деревья. У меня есть одна идейка. Только ее долго исполнять. Сейчас, сейчас мы попробуем, ребята. А если он упадет с большой высоты, у него жизни отнимутся или нет? Хрен его знает. Сейчас попробуем заспавнить его где-то вот тут, на этой тучке, да, он бабахнется на жопу и спавним. Второй дубль.
Ладно, яйцо какое-то просроченное было, ребята. Было, я не в курсе. Это значит, его там нельзя спавнить. Это да. Спавни его вот тут. Или ему просто-напросто. Давайте лучше вот так. Я в гейм-моде, нужно выйти. Мало того, что нужно выйти, походу ему просто-напросто тут места не хватает, как... Бульбасавр! Ребята, экстренная доставка покеболов, которые у нас есть в сундучке. Если мы вот этими не словим, то тогда попа. Ну то, что не попа, но сейчас мы попытаемся его словить, ребята. У нас же в сундуке есть вот эти ресурсы, вот эти покеболы, если мы... И... Да твою... Да как тебе покеболов поменять, покемонов поменять? Сейчас. Вот. Покемон гасли. Чё у тебя тут есть гипнозис? Ты урон не наносишь, я надеюсь. Ага, бульбасавчик. Ух, извиняюсь, опять за окном там капут. Продавай. Нет, ну пожалуйста, ультрабол, ультрабол. Словись, бульбасавчик, бульбасар, давай. Не будь паскудой. Ты паскуда. Паскуда, Бульбасавр. Бульбасавр, зачем ты так? Ладно, иди ты, Бульбасавр. Нет у нас покеболов, было бы, словили бы. Ладно, ребята, спавним вот эту кричащую заразу. Да твою ж мать, да вот чё за... Ребят, как его спавнить? Вот я чё просто-напросто не догоняю, как его спавнить. Потому что давайте возьмем где-то в 10 яиц, да и все. Чё? А, у нас же на писвеле стоит, твою же мать, почему у меня на писвеле стоит? Вот это я хрен знаю, почему у меня, вот это, ну не то, что я хрен знаю, почему, но просто оно как-то или само поменялось, или просто я не в курсе. Вот на карте какая-то хрень здоровенная. Все, ребята, спавним мы Годзиллу, я извиняюсь за вот эту, тут час. Нет, это вот это яйцо, да, все нормально. Можно. Ребят, я извиняюсь, я просто как-то не в курсе, знаете, что-то, ну, я просто не знаю, менял я это или нет, но просто то, что оно поменялось, это сам факт. Ребята, спавним кричущую заразу. Охренеть. Только ты как-то орешь, но сейчас уже не орешь, когда нужно хотя бы, твою мать, немного орать. И охренеть, мы его заспавнили. Падай вниз, падай вниз. Я надеюсь, тебе хотя бы... Нет, ни хрена тебе там. Я думал, может, тебе там немного из задницы там повыходит что-то, огонь, что ты так упадешь вниз. А вот сейчас, когда нужно орать, ты не орешь. Ребята, у него 4... Да охренеть, ты здоровила. Да мы... Как тебе бить вообще? Ребята, как мы его убьем? С лука это будет просто... Не то, что нереально долго, а просто вообще... Вот это бесит. Мало того, что он отбрасывает нас на такое расстояние, что... Так, ребят, хрен подойти можно. Да ты своим хвостом... Ладно, сзади, я так понял, не вариант подходить. Он нас своими хвостярами отбрасывает. А как ему вообще урон наносить? Говорили, ему в башку бить надо. А то, что я ему в башку бью, ему вообще урон не наносится. Мы через него летаем, да и все. Это вся суть вот этого мобзилы. А если мы его с лука будем валить, то мы его будем... бесконечно валить, потому что у него жизни быстрее регенится, чем мы его бьем. Ребят, я не в курсе, что это за баганное существо.
Короче, как я понял, его напросто нереально убить. Ребят, как мы его убьем? Вот так? То, что у него жизни быстрее регенится, чем мы к нему подбегаем. Вот, вся суть вот этого, вот этой заразы. Ребят, я не знаю, как мы его убьем, честное слово. То, что я к нему вот так подбегаю, он меня каждый раз на... откидывает где-то на такое расстояние, что подойти к нему нереально. У него жизнь и так регенится. Да ну нахрен, ребят, это нереально. Или реально, но его нужно бить приблизительно где-то часа так два, да, чтобы убить. Вот, начал орать. Я так думаю... Нет, я не думаю, ребята. Мы его не убьем, да хрен мы его убьем. Как мы его убьем? Я просто офигеваю. Сколько мы его бить будем? Охренеть. Я просто сейчас, знаете, так сижу и считаю, сколько мы будем сносить ему вот эти 4000 жизней. В голову, в башку ему вообще урон не наносится, ребята. Ему кроме его толстой... пузяры вообще нигде урон не наносится. То есть мы так сейчас будем вот так бегать, бить и все, он пропал, потому что... А, нет, не пропал, он тпхнулся или... Эх, ребята. Ладно, пауза. Ух, ребята, это вообще сдуреть. Охренеть, сколько времени прошло. Я ему уже, конечно, снес пол жизни, но вот это нереально, ребята. В том нереально, что его просто нереально... Конечно, я ему уже снес пол жизни, но это просто капут. Это просто капут, ребята. И каждый раз он намного сильнее встает, это же понятно, но... Вот этот его реген, это сдуреть можно. Его нужно по яйцам бить. По его... Охренеть. По его яичечкам нужно его все-таки бить большим. Но просто суть в том, что хрен его да убьешь. Я уже запарился, ребята, вот так летать каждый раз и его по яйцам бить. Потому что он только вот там урон получает, как я понял. Только вот там, ребята. Только. Я уже пытался по всяким местам и... у кого-то газы вышли. Тихо, охренеть. Он еще и пердит тут. Да харе уже постыдился бы. Ух, ребята, я запарился, честное слово. Конечно, мы не будем его вот так убивать, потому что я сейчас опять, наверное, обратно на паузу нажму и да и все. Вот так двиг... Ребята, на паузу. Друзья, я извиняюсь, что я вот это вот все сражение просто-напросто не записываю, но вы себе не представляете, сколько уже я его бью, у него осталось 400 жизней, но вы просто... Ну просто это капут, ребята. Сколько я его бью, это просто... Сколько я его бью? Это сдуреть можно. Обернись сюда, зараза. Вот, сюда его нужно бить. По яичкам. Ух, злой. Злой босяра стал. Ух, какой злой босс. Сейчас мы яблочко-то съедим и тебе голову-то твою... оторвем и себе заберем. Вот у меня к тебе, в принципе, есть такое дело. Или ты свою голову сам нам отдашь, или мне тебе заставить ее отдать.
Или самому просто-напросто забрать, да и все. Че, я с тобой бабраться буду, да? Это случайно не где-то возле нашего дома? Вот, сейчас мы же тебе яичницу-то тут сделаем. С твоих-то громадных вот этих причиндалах. Иди-ка ты вот сюда, ты громадный зараза, которого хрен убьешь. Ну, убьешь как бы. Мы уже, в принципе, ребята его почти что убили. Просто у него такой регенерация жизни, что тут просто обкакаться можно. Вот сейчас, вот сейчас, да, 100 жизней осталось, ребята, дайте, ну давайте уже, давайте, сейчас мы поднапрягемся немного. Хвостяра у тебя-то длинный, я знаю, не только хвостяра, мне так кажется. Сейчас мы тебе 100 жизней, ух, да сколько уже можно, да иди ты в попу, Годзилла, Мобзилла. Я в курсе, что ты громадный, что тебя хрен убьешь почти что. Ну уже харе. Уже харе. 75 жизней, это уже фигня. 60 жизней, Годзилла, будь человеком. 20 жизней, Годзилла, не будь тварюгой. Годзилла. Харе орать, харе орать! Ребята! Убили мы, заразу, вот эту Годзиллу! Охренеть, ребята! Сколько я его бил! Сколько я его бил! За это, ребята, лайк! Лайки, ребята! Я просто, у меня уже... Охренеть! Он, короче, полмира тут снес. Охренеть, Годзилла, вот ты жердяй, конечно же. Ух, что бы сейчас повыкидывать? Что нам не нужно-то? Да. Ух, охренеть, Годзилла, ты, конечно, Годзилла, ты не человек. Ты б сразу бы умер. А то такая вазянина с тобой, Годзилла, ты, походу, вообще попутал. Охренеть, сколько мы его били, ребята. Сейчас, давайте вот это все хотя бы... Да... Вот. Это все сюда, дома разберемся, что да как. Годзилла, ты капут. Ух, ну слава богу, что мы его убили, ребят. Это просто-напросто сдуреть можно было. Где твои шмотки? Давай иди сюда, и нам еще осталось убить The King'а, да? Это просто сдуреть можно, ребята. Сколько... Ну просто... Если бы я вот это все не останавливал напал... Чё? А, это ты? Ребята, если бы я вот это не останавливал... О! Ребята, если бы я вот это не ставил на паузу, я бы бил вот эту заразу столько, вы себе просто не представляете сколько. Но я его и так столько бил, что я просто охреневаю сейчас, сколько мы его били, ребята. Но убили наконец-то. Сколько с него всякой хренотени повыпадало, это просто сдуреть может. О, зомбарь, ты после Годзиллы вообще что-то мне как-то кажешься, что ты какой-то не зомбарь, а что-то другое. Охренеть, это что такое? Первый раз вижу привида какого-то. Охренеть, я еще не видел такого. Походу мы все собрали. Походу. Я не уверен, но там просто столько всякой хрени повыпадало, что... Вот тут, конечно, еще много всякой хрени, но это... Что вот эта зараза уничтожила. То есть, вот эти все хрени, да.
Ну, то, что с него бронька не выпала, мне говорили, что с него такая бронька выпадет, что капут. С него выпала вот только вот это, The Ultimate Chestplate и вот это Mobzilla Scale. Сейчас. А что с этого делать? Что с этого делать? Моб. А что с этого делать, ребята? Ну, с него не так уж и много выпало, как я думал. Ну, то есть, с него бронька вообще не выпала. Мне говорили, с него есть его бронька, но вот то, что... Хрен его знает. Выпала обычная бронька. Или мы его подняли? Нет, выпал сет обычной броньки. Воу-воу-воу-воу-воу. Чё за звуки? А, это вот эта зараза тут. Ох, ты ж... Это... Так, сейчас, ладно. Ну... Так, чё с... Выпал сет обычной броньки. Да иди ты уже... Ладно, пока что еще домой тпхаться не будем. Может, тут еще что-то найдем. Блок диаманта, сет обычной брони, ну как бы не обычной, самой лучшей, но The Ultimate, дай твою ж мать, да вы что издеваете, вы нападаете после Годзиллы на меня, вы вообще, наверное, что-то какие-то безмозглые что ли. Так, ладно, ну в принципе все, вот это все, что с него выпало. Вот это Mobzilla Scale, давайте включим гейм мод, чтобы только посмотреть. Вот, Mobzilla Scale. Ребята, да иди ты уже, вы чё, вы реально тут прикалываетесь или что? Чё с этого делать? Моб. Ребята, кто знает, что с этого делать? Mobzilla Scale. Я не в курсе, ребята. Не в курсе, ребята. Вот главное, вот это, что с него выпало, и все. Ладно, давайте сейчас я гейммод выключу, только посмотрю, что тут. Может, еще что-то выпало, просто не заметили. Походу уже ничего. Самое главное, вот это все вот тут повыпадало, да, мы все подняли. Ладно, ребята. Этот босс, я просто... Сколько... Ребята, но зато мы его уже наконец-то убили. Ребят, кто знает, что это такое? Куда вообще это девать? Mobzilla Scale. Что это? Даже не показывать, что с этого можно делать. Даже вот тут нету. Что с этого делать? Mobzilla Scale. Хрен его знает, честное слово. О, здорово, ты что там, ужин приготовила? Мы же Мобзилу убили. Ладно, ладно, извиняюсь. Да-да-дам-дам. Так, вот это все сейчас мы сюда нафиг под... Нет, это нет. Вот это, вот это, вот это все мы поскладываем, чтобы тут не было. Капут, сколько... Ух. Ладно, это... Да иди ты сюда. Так. Это вот так. Что там у нас есть еще? Тут куча всего. Куча, просто нереальная куча тут вот этих всех ресурсов. Сейчас мы вот это все сюда поскладываем. Это. Там еще что-то. Конечно, с него столько еды выпало, что... Это. И вот сюда еще вот это, да? Ага, да, в принципе, больше ничего. Или нет, или есть что-то. Вроде нет. Ладно, ребята, я не знаю. Пожалуйста, кто знает, напишите, что делать вот с этим Mobzilla Scale. Я вроде знал, что там есть какая-то бронька.
Да давайте еще раз зайдем. Где-то я видел. Вот, тут есть какие-то... Ну, самый лучший меч это вот этот. Вот этот. Самая лучшая бронька это вот это. Тут больше нет никакой лучшей броньки, никакой... никакого меча и мобзилы вообще нету тут. То есть... То есть вот это можно сказать все самое лучшее, что сейчас у нас есть, это как бы все самое лучшее, да, больше ничего тут и нету. Фиг его знает. Вот что делать с этим скейлом, ребята, кто знает, пожалуйста, напишите. И плюс к тому, нам осталось убить Зикинга и, наверное, немного прокачать наших покемонов. Хотя бы, ну, я постараюсь, наверное, всех прокачать к 100 уровню. Так как, в принципе, наверное, я пойду за кучей яблок, за кучей вот этого тростника, за кучей глоустона и прокачаем сразу всех покемонок в 100 уровню, убьем еще The King'а и все, ребята, потому что капут. Больше нам, в принципе, ничего не осталось, да? Еще убить Зендера дракона, точно, мы же его можем найти, мы его, в принципе, и найдем, я так думаю, да? Ты чё обиделась, дивуля? Ну да, давай-ка ты давай в дом, давай в дом. Я тебя бить больше не буду. Извиняюсь, я тебя бить больше не буду. Убежала! В ад! Ты охренела вообще полностью. Убежала в ад. Охренеть. Ладно, ребята. Давайте на этом все-таки уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Убили мы мобзилу. Еще расскажите, что это, в принципе, такое. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.